Доброе утро. Сегодня в Питере немножко попрохладнее. Я в кофте, в штанах, боже. Мне кажется, знаете, это идеальная одежда, которую я могу носить, которая просто супер комфортная для меня. Я супер клёво в этом себя чувствую. И я сейчас иду, точнее, сейчас поеду встречать Сашу из аэропорта. Мне туда 2 часа, правда, ехать, но какая разница? Вот. И до этого я только что приготовила себе кабачковую запеканку. Я очень надеюсь, что вы о ней помните. Я ее очень редко готовила, но, блин, я так по ней скучаю. Все, Алена попала. И также я приготовила макароны в сметанном соусе с грибами и помидорками. Честно, это была просто с чесночком. Это была импровизация просто на каждом шаге ее приготовления. Но я очень надеюсь, что вышло очень даже неплохо. Вот, я надеюсь, что грибы успели приготовиться. Вот, сейчас, наверное, позвоню еще маме, потому что я давно не звонила, и надо бы. Вот. И все будет хорошо. Вот, но погода шикарная. Господи, я скучала по этому. 20 градусов и просто кайф. Время отвратительный кофе делают, кофелайки просто ужасные. Раньше было намного лучше, по крайней мере, около моего вуза. Я сейчас зашла в Дикси, купила какую-то штуку. Дело в том, что я уехала не туда, я не успеваю к Саше на самолет, поэтому я думаю, мы встретимся с ним уже на станции метро. Какая-то вот такая To Be Slim, не знаю, с L-кератином. Сейчас попробуем, грейпфрут малина. Это нереально красиво, просто бомба. Ой, зайка, приехал да, домой, давай. Я так близко. Еще можно ближе встать, вот, пожалуйста. Это было не самое лучшее решение гулять одной по Краснодару, потому что я жила в каком-то гетто. И я типа вышла такая в 3 часа ночи в магазин купить себе каши на утро. Ну такая додумалась, да, конечно, мне скучно, в 3 часа ночи пойду-ка я каши себе куплю. А там значит, просто как вурдалаки полезли всякие бомжи, какие-то. У них пакеты есть, почему они их никому не дают? Ну, есть прекрасно, да. Как и наклеечки. Все, когда идут, типа, волосы такие развиваются, а у меня волосы вот так. Это мило, их просто надо мило поправить, и все, и смотришь взору. Убежала Алена и стоит довольная, танцует. Блин, такие классные. Так, дамы и господа, обратная сторона блогинга, посмотрите. Она похожа на улитку, верно? Вот-вот, по газонам не ходить. Опять она все снимает.
за неделю. Очень прилично, но давайте за нас. Это наши лежат, это наши, их никто не забирает. Я сейчас сама за ними приду. Это Мигрули и Аджирули. Позвоните еще раз, молю. Есть хочу. Спасибо. Ну что, сколько ты места дашь? 10 из 10? 10. 10 из 10. Мне все время 10 из 10. Я думаю, 9. А, 8. А, для того, чтобы что-то лучше еще найти? У меня не все время. Просто я сравниваю все с тем, в чем я живу ежедневно в Москве. И, не знаю, я все-таки стою на своем, что там нет таких местечек, которые бы по соотношению цена-качество меня бы удовлетворяли. А здесь это чаще со мной происходит. Вот поэтому 10 из 10. Здесь место называется непонятно как, но оно находится в Голицын лофте. Просто вы заходите, идете по прямой, и вы его видите. Я вам клянусь, это лучшая хачапури по-аджарски моей жизни. Она большая, она сытная, она супер-супер крутая. Берите обязательно домашнее полусладкое вино, красное. Оно удовлетворит полностью вашу потребность в вине. Аджирули полностью удовлетворит ваш голод, и вы будете просто супер. Супер и супер счастливы. Да, как я. Как Алена. Как Алены. И как Саша. Угу, а что это звезды? Какие? Которые были на кафе. Саша Дубчинский самый модный и его стильный модный. Там же видит здесь все. Алена, скажи, что тебе больше всего запомнилось в Питере? Три вещи. Я не... Ладно. Мне запомнилось сегодняшнее хачапури. Мне запомнилась еда. Это будет первая вещь. Мне запомнилось еще одно место, которое называется «Каникулы». Оно как-то вдохновение мне что-ли придало. Мне запомнился ВК-фест, каким бы он ни был. Вот. На самом деле запомнилось больше, просто я не могу так. Не три вещи, далеко не три. Я бы не сказала, что то, что я сейчас назвала, входит в какой-то топ-3. Что бы в этой поездке ты повторила? Прогулки. Пешие прогулки, длительные пешие прогулки. Я бы повторяла их вообще из раза в раз. Приезжала бы в Питер и просто колесила бы по Питеру. Обожаю здесь гулять пешком. Алена, откуда у тебя эта кофта? Это кофта? Это не реклама, но... Жуковскую 39, называется «Желтая вешенка». А что это? Это секонд, ну, типа того, да? Ну, типа как комиссионный магазин. Вот, это секонд хенд, но эта вещь просто я любила. Я называю это не секонд хенд, а винтажный магазин. Винтажный, чтобы было как-то это... Куцевильнее. Вот, она очень крутая, она мне очень идет. Так сказала Алена. Да, мне очень нравится. Мне тоже нравится. Прям это кофта, я не знаю, как это кофта назвать, это прям я. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Было очень приятно с вами пообщаться. Обязательно, да. Все, не оторви руку. Не оторву. Спасибо большое. Чапурину на мой день рождения огромную со свечками. Эй. Выскакиваю я. Уезжает, моя дорогая. Будешь скучать? Приезжает. А, ну да, Саша приезжает. Алена уезжает. Меня одну совсем не оставляют.